отправляю золотое яблоко, чтобы вам все там показать и рассказать, а именно парфюмерию. Поехали, ставим лайки, пишем комментарии, хотим подобное видео, пишем об этом в комментах. Все, поставили лайк и начинаем. Так, ну короче, мы начинаем с самой задницы магазина. Сейчас будем обозревать, что тут, короче, есть. Вот, имеется шейк, как сказала консультантша, только тестеры пока что есть, ничего из такого нет. Конечно, упаковочка очень красивая, Сочи Оникс, вот тот же самый Сочи Оникс. Максимальная скидка, кстати, на них действует. Вот шик шейк и Сильвер. Дальше Парле Моа, как-то так называется. Кстати, цены демократичны. Тоже нишевая парфюмерия. Сады Индии неплохие мне понравились. Древесное совершенство, ну конечно, очень это мужихинское немножко. И Шипр Моджа тоже неплохой. Ну и тут вот тоже Парле Моа, тоже в принципе неплохо. Открылся Корнер Мема. Тут Сива, неплохой аромат, ну конечно, цены запредельные. Марфа всеми любимая. Тайгер Нест. И Russian Leather. Вот. Не знаю, Russian Leather слишком много мне кожи. Что у нас тут еще имеется? Ирландская кожа мне очень нравится. Ну, короче, Corner Mema, есть где разгуляться. Что у нас тут? Крит. И из моих любимых Крит — это Любовь к белому. Где он тут? Вот Love and White. 17 тысяч, конечно, можно их взять и за десятку. Ну, в общем, Крит, Вильгельм Парфюмери. Красивая. У кого я видел? У Пеноблокша. Пеноблокша, обрати внимание, вот твой любимый бренд. Что у тебя есть, я не помню, но вот у нас есть. В Золотом Яблоке Вильгельм Парфюмери. Кстати, вот это вот Алилок Дэй тоже очень неплохой. Дальше классика жанра — это Байреда. Байреда, Байреда. Ут и Мартель всеми любимый, 11 тысяч. Тюльпан, Пальп. Ну вот, в принципе, как-то так. Майсон, Ваниль. Бренд, это я вообще не знаю, даже тестить как-то не хочу. Это какое-то Серебряное Пламя. Оракул, Жардан де Парфам. Этого бренда я тоже не знаю. Ну, Фран Бакли, у меня был Кокаин. Где он тут, кстати? Кокаина не вижу, но мне хватило. Кашемир, кстати, хвалят неплохой. Цены вполне бюджетные. 6500, мне кажется, вполне норма. Но за вот это вот отдавать 14, мне кажется, не очень логично. Можно купить в парк-посиделках. Ну, Монтали — классика жанра. Мизон Франсис Кюржан. Бакара Руж всеми любимая. Так, надо теперь найти еще розы. Ну, что-то такое. Вон наборчики. Волшебные. Кстати, совершенно неплохая цена. 16 тысяч за такой роскошный наборчик. Поэтому обратите внимание. Жанны шикарные. Попросил мне а-ля Роуз пшикнуть. Хоть попробую раз в жизни его. А-ля Роуз. Какой? Вот этот а-ля Роуз? Или лё? Вот, а-ля лё. Лё, да? Да. Угу. А Кюржаны вообще у вас покупали? Вот я смотрю, купили один. Угу. Амирис. Ну, в основном Бакару. Да, 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 да. Угу. Я не скажу, что прям вот, но всем нанести, угу, как хочется. Ну, конечно. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Так, потом мы тут имеем Ут, который, кстати, везде раскуплен, а тут есть. Ут очень, кстати, популярный у Бакары. Ой, у Бакары, у Кюржана, вечно я их путаю.
И очень мне хочется а-ля Rose. Мне, короче, зашла эта тема. Кто-нибудь подарите мне 14 тысяч. Аква ди Парма классика. Показывать не буду, тут есть все. Аква ди Пармочка. Идем дальше. Liquid & Engineer. Вот он. Фортис, как говорил, терпеть не могу вообще. Очень сильно. Санкти неплохо. Дом Роза супер. Блади Вуд мне тоже не нравится слишком-слишком. Пепре нормик. Тендер слишком. Ну, короче, мне этот бренд как-то не зашел. Вот это у нас, как это называется, Парли. Короче, не понимаю, как это все называется. Вот такой вот еще брендик. Потом Минита Роза, короче. Айди мне пшикнули прям мощненько. Лакура мне, кстати, понравилась. Тоже на полутонах звучит. Вот потом Мин Нью-Йорк. Ну, кстати, мне очень нравится Мин Нью-Йорк. Такая травяная немножко тема. Какой тут мой любимый, я уже даже забыл. По-моему, The Botanist. Очень мне нравится. Вот. Потом State of Mind. Мне не нравятся что-то флаконы. Духи Дьявол в маске. Смотрите. 100 миликов. Хочется попробовать, но руки заняты. Такие вот Essential Parfum. Mon Vetiver. Вот, кстати, еще 5000. Что-то дешево стоит Essential Parfum. Потом Миколев, конечно, это какой-то трэш с этими блестками. Вообще не понимаю их флаконы. Это какой-то кошмар, если честно. Вот. Ананда, говорят, неплохая. Но мне что-то из него ничего не заходит, из Миколефа. Имеются еще у меня тюрки Миколефа. И вот такой вот внебрачный ужас. Немножко трэш, такие миньки. 12 тысяч, вполне норм. Но все-таки мне вообще не нравятся эти флаконы, какой-то тихий ужас. Ну, из Карлова мне ничего не нравится, ничего вам показывать не буду. Такой бренд Comptoir, вот Pacific. Интересные водички, но как-то ничего больше сказать не хочется. Ну, вот 3000, кто знает, напишите, как вам. Вот. Ут или Суд Pacific, хрен знает. Ну, короче, очень бюджетно, 2000. Том Лакос, Кинзола, Эве, Хлоя, Булгари. Я это вам показывать не буду. Эта классика есть везде. У нас появился Missoni. Такие вот наборы. Pour Homme. Missoni. Pour Homme. Missoni Eau de Parfum. Missoni. Вот женская туалетная вода. Цены вполне. Потом Bon Parfumerie. Это я даже вообще не знаю, что это бюджетное. Бон Парфюмери, Кардамон, Мимоза. Вот надо будет мне попробовать. И Грузель Жасмин. Короче, Бон Парфюмери какой-то очень бюджетный и, походу, очень интересный. Потом Мизон Марджела. Конечно, я их вообще не понимаю. Вот эти вот реплики. Какой-то ужас. Честно. Это какая-то ванилька. Это какой-то чаек. Цены 8 тысяч. Мизон Марджела реплика. Вот этот вот Лизи Сандай вроде бы, ну, самый неплохой из тех, что есть. Потом Минки 2000 и вот такие вот экземплярчики Beach Walk. Ну и вон реплика аж стелок за 10 тысяч. Ателье Колонны, ну это вообще классика жанра. Маск Империал десятка. Не знаю, мне они не заходят, слишком нестойкие, слишком какие-то они легкие. Тоже это не композиция, это запахи. Вот еще имеется у нас Виктор Рольф, Spice Bomb 6К, Salty Flower, Dirty Trick, Space Spell, Lavender Illusion. Надо мне попробовать, но тестера нету, к сожалению. Ну и вот Виктор и Рольф, Flower Midnight и Flower Bomb. Stent Mugler бутиковая линейка. Ну, знаете, мне не очень понравилось, более-менее мне зашел Шиприсим, двенашка, Кур Империя, вот этот вот, Кур Империсмент и Митик Ароматик, тоже вообще, в принципе, неплох, вот он мне понравился. И вот это вот, кожа очень приятная у Мюглера, вот это, в принципе, неплохая. Еще есть Айрин, Айрин я люблю, Стилаудер, это, по-моему, да, и Дольче Габбана от ДТ.
есть Bottega Veneta, не знаю зачем, но я вам покажу. Это такой ирисовый, очень красивый ирис у Bottega Veneta. Флора Ботаника от Balenciaga, к сожалению, мою розу Ботанику сняли. Ну, дейзики, вот эти вот нереальные какие-то ужасные флаконы, но я, прикиньте, один закончил. Огромный у меня был Marc Jacobs Oso Fresh. Вот такую вот сотку я прикончил. Потом хрен где найдешь Лолиту Олимпику, но у нас она появилась. Лолита Олимпика, вот все вот эти вот хиты. Лолита Олимпика, вот этот вот ужасный, а нет, не ужасный, вот Green Lover. Ужас, никогда не берите. Лолита Лэнд у меня есть. Oh my bitches. Вот. Но это уже что-то пошло другое, этого я не знаю. Scent of Kiss, это фиг знает что. Aqua di Colonia, которая вообще откровенные закосы под Guerlain. Вот, но ничего против этого не имею. Вот это тут очень даже ничего. И Blackberry Cacao тоже ничего. И White Peach тоже ничего. Короче, really неплохой брендик. Еще есть Juicy Couture. Тут две полочки, ну как-то неинтересно. Urban Velvet Collection, бутиковая линейка. Ну вот тут вот такие вот цены примерно, 37 тысяч, 14 тысяч. Мне вот это очень понравился, вельветовая роза, просто песня. Velvet Desire тоже совсем так, очень даже неплохо. Но вот Velvet Rose, это прям супер, обратите на нее внимание. И Velvet Essence тоже вполне. Что у нас тут внизу? Velvet Love. И Velvet Vetiver тоже мне нравится. Корнер Tom Ford, кстати, неплохой. И сейчас я вам покажу новинки. Есть все, новинки тоже. Сейчас будете завидовать. Вот, я попробовал. Солео Неш, это просто Атас. Rose Prick супер. Лаванда мне не очень понравилась. Вот, но Rose Prick, это прям кайф. Слушайте, так красиво обыграть розу. Три вида розы надо иметь. Солео Неш — это очень крутой мускус, а лавендер — это экстрим просто, реально. Такой вот у нас Корнер Том Форд, очень достойный и очень красивый. Еще привезут косметику, классику и уход. Все, что я купил, это для моих подглазников небольших. Mr. Lauder Double Concealer и Highlighter в оттеночке 1S Light. Вот такие вот мои бюджетные покупочки на 50% скидки. Да, но знаете, все-таки мне больше нравятся вот эти вот варианты. Вот этот и вот этот. И вот я, наверное, возьму вот этот. Очень красивый. 917 рублей за две чашки. Блять, хватит пиздеть. Вот этот вариант за 519 тоже очень неплохой. Мне прям нравится на деревянной тарелочке. В домовом. Сейчас еще взял кофе, заказал такси. Буду ехать припеваючи. Вон кофе лайк, обожаю его в небе. Отснял золотое яблоко и все. Беру кофе и еду домой. И тут находится это золотое яблоко. Обратная сторона выглядит как-то так. Это вот вход с Белинского. Вот. А я жду свою машинку и уезжаю. Показать свои сосны около дома. Ну это шикарно, мне кажется. Очень красиво. Давайте разберем покупочки. Первое — это боже, эти чипы дурацкие, 10. Такая вот, такой вот консилер Estee Lauder Double Wear BB Highlighter. Много я о нем слышал, мне как раз надо было какой-нибудь консилер, потому что для меня это супер средство быстрого приведения в порядок. Эх, блин, ты высунешься, а? Что ж такое? Он не высовывается. Как мне его вытащить? Блин, пора ногти наращивать, так ладно. Делаем надлом. Да что ж такое? Ты вылезешь отсюда, а? Только так. Вот, вот такой вот BB Glow Highlighter с кисточкой Double Wear. Вот. Это супер средство для быстрого приведения в порядок.
когда вы похожи на страшилку, под глаза на все лицо и пошел. Вот, и дали мне в подарок такую сывороточку. Там была скидка, поэтому он не вышел на 1525. Без скидки он стоит трешку где-то. Потом, ну, конечно же, на вечерок надо взять батон к завтраку. Но если что, то это на вечерок. Сливочный сырочек на батончик. И сверху этого всего какую-нибудь соленую вкусную рыбу. Так, ну это все. Ну и как бы вот такая вот красотулька. Такой вот какой-то поминальный чайный набор. Но мне он очень понравился, очень классно выглядит. Я обожаю чашечки, кружечки вот эти вот все. Это очень красиво, ну, как мне кажется. Очень красивый чайный набор. Из него, короче, будет красота чаек попивать. Мои пуэрчики. Ну вот и все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий. Вот, пишите, с какой парфюмерией вы знакомы, что из покупочек вам понравилось, а может быть, вы что-то и пробовали. Поэтому все, до новых встреч, люблю, целую, пока-пока, подписываемся.